Вот они, в бой идут одни старики, блядь. Давай, Эрнест. Не, мы здесь рядом проедем. Да, хрен проедем. Не, вы не заскочите там. А? Там не заскочите. Не заскочите. Только если, ну, может, лебёдки только. Эрнест, ты что делаешь? Ну, давай, ладно. Я мог. А, давай, давай, давай. О, туристы бегут, туристы. Эрнест! Смотри, не перекозли здесь! Я же сказал, блядь! Я как в воду смотрел, ёпта! Не, он хлеба... Он... Пока прямо не поставишь. Да. Эрнест, зажигай, не выключи, включи. Не, стой, давай лебедка. Эрнест, зажигай, не выключи. А? Зажигай, не выключи, включи заново. И он должен завестись. Не, давай лебедку цепляй на. Не поставишь, не заведет. Эрнест, назад, столкните его. Пока прямо не поставишь. Столкните меня. Назад, столкните его. На скорость выключи. Скорость выключи. Зажигание выключи. Зажигание выключи, включи заново. Короче, Кава не хочет заезжать. У него там датчик переворот стоит. Да. И ему нужно время какое-то отдуплиться. Сань, ты его лови, нахуй, он сейчас точно перевернет его нахуй. Это парктроник срабатывает. Сейчас посмотрим, как хмырь кувыркнется на. Ну, уже дрова подготовили. А тут давайте вот хмыря потопим. Видишь, вон это какое. Веревочка лежит на. То есть это дерево нахуй не первый, что ли, бежит за нее. Вот видишь, веревочка которая. Да хуй он, блядь, нагорели нахуй. Сейчас может тут. Вот что значит литр. Блять, придется гепарда топить, нахуй. Кулачок выдернул нахуй своей гориллы. Вот что значит мой бензин-то, блядь. Животворящий. Представители официального дилера. Культых. Да нахуй ты ему наваливаешь. Тащи бензин, обливать будешь. Клиренс рулит. Как тебе Серегу посадить назад, легко пройдет. Бля, вы с Серегой пиздец, вот так на задних вышли. Ты нас снял? Да. Да наваливай ты ему, давай, газ. Четырнадцатые колеса. Да, гнуты рычаги, блядь. Сюда бери, Ром, сюда бери. Там не выскочишь. Наваливай, наваливай, опять не выйдет. Спокойно, без выебов. Все?